празднования в Минской области начались с торжественного митинга у Кургана Славы. Центральный регион в годы войны стал одним из первых партизанских и подпольных центров. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной, более 80 уроженцев и жителей области удостоены звания Героя Советского Союза. Сегодня ветераны и потомки победителей возложили цветы и почтили минутой молчания солдат, которые не вернулись с фронта. Мне переполняет чувство великой победы. Ведь я встретил победу в Берлине. И теперь передо мной мои товарищи, сослуживцы. Всегда их помню. Празднования у мемориала продолжились на тематических площадках. Под песни военных лет всех угощали солдатской кашей и чаем. Артисты и коллективы области устроили для гостей праздника театрализованные представления с реконструкцией военных событий.